Орландо Каради представляет. Симба, король лев. Производство Mondo TV, Италия. Очки Августина. Ой! Кто это бросил? Кто бросил? А у кого есть еще желтый мяч? Так его у тебя скоро не станет. Прости, я больше не мог ждать. Хочу играть. Правда? Да, присоединитесь. Уже утро. Работал всю ночь, устал. Отдай мне яблоко! Эй, вы! Мои очки! Где они? Они мне нужны. Я без них ничего не вижу. Это катастрофа! Я не могу читать. Я не смогу ставить опыт. И что же делать? Где мои очки? Где они? Где? Я обречен. Вы хотите оставить один на один меня с этими пятью ураганами? Я знаю, они шумные, но они милые. Ладно, я просто не привык присматривать за детьми. Иди. Уверен, я выживу. Эй, мама, куда ты? Она хотела о чем-то важном с Августином переговорить. А пока я буду вами заниматься. Кажется, это Августин. Пойдем проверим, что случилось. Ну вот, всегда так мы играем, а нам кто-нибудь мешает. Я с вами. Мои очки, где же они? Без них я не выживу. Кто-нибудь, помогите. Найдите мне очки. Мы найдем твои очки, Августин. Они где-то здесь. Я оставил тут, потом потерял их. Если мы их не найдем быстро, мне понадобится помощь. Я помогу вам спуститься, профессор, иначе вы упадете. Я справлюсь. Больно, наверное. Ну и он в обмороке. Оставайтесь здесь, дети. Я побегу за Алекс. Августин, ну уже, проснись!
Кто ты? Где я? Почему все такое размытое? Августин, ты нас не узнаешь? Мы твои ученики. Все такое размытое, потому что ты потерял свои очки, понимаешь? А, припоминаю. Я помню очки. Но понятия не имею, кто вы. Уверен, мы уже встречались. Алекс здесь, Августин. Что случилось? Он ударился головой и потерял сознание. Ничего серьезного. Я дам ему лекарство. Пусть он отдохнет. Ну, полагаю, мне придется поговорить с ним в другой раз, когда он поправится. Я иду домой, а вы можете поискать очки. Только не гуляйте допоздна. Все в порядке, профессор? Вот так. Фу, как грустно. Нам больше не поиграть. Ты не хочешь играть? Хочу, но вы же нет. Вы будете искать эти дурацкие очки. Но может, мы их поищем, а потом поиграем? Ну как? Что это? Я ношу очки, и теперь я умнее тебя. Что? Как ты смеешь? Потому что я теперь умнее тебя, и предводитель из меня будет лучше. Отойди. Нет уж. Если не уступишь мне, пожалеешь. Уходи и не возмущайся. Лучше послушайся. Отныне я правитель этих джунглей. Самый главный. Значит, все должны мне подчиняться. А про Шерхана не забыл? А, его дни сочтены. Я сделаю так, чтобы мартышки были здесь главные. Говоришь, у обезьян новый шеф, и он хочет, чтобы я пришел к нему и признал его господство. Ты шутишь? Не могут быть обезьяны такими тупыми. Откуда они это взяли, курди? Ты что, смеешься надо мной, а? Смеешься? Нет, нет, хозяин. А я говорю, смеешься. Нет, нет, я пойду передам шефу обезьянства, вы очень расстроены. Обезьяны! Уверен! Они никогда бы не пришли сюда, если бы не увидели чего-то, что они могли бы... украсть, я уверен, что они это сделали. Только не говорите, что вы за ними пойдете. Ты помнишь, каково тебе было, когда они забрали твой мяч? Конечно. Но очки — это не мяч. Я уверен, что у него еще есть одни. Но в этих он проводит эксперименты. Ну тогда идите, если это для вас так важно. Ладно, жаль, что ты не понимаешь этого. Ну и ребенок. Да кому вы нужны? Слишком быстро. Помедленней. Мы не можем так быстро прыгать. Ладно. Похоже, вы тут веселитесь. Да, я будто снова ребенок. Он слишком большой, это нечестно. Оля, как тебе не стыдно? Ты не очень успеваешь в спорте. Нельзя же все время выигрывать. Ты что-то потерял, Баки? Ну да, мы шли за мартышками, которые украли очки Августина. А вы уверены, что это они? Да, они ошивались неподалеку. Может, он просто забыл, куда их положил? Нет. Ну, если увидишь мартышку в очках, скажи нам, ладно? Обязательно скажи. Хорошо, Симба. Я всем друзьям скажу, чтобы были начеку. Удачи! Идем! Да!
Сейчас бы холодной водички. Кто разрешил вам пить из моей реки? Зачем нам разрешение? Вода принадлежит всем! Только не на моей территории. Убирайтесь. Хватит меня злить. Помогите! Я застрял! Ну, еще увидимся. Хорошо, что у нас есть такая сила. Никто не станет нас здесь искать, да? Лучше в лагерь отправились. Вы не слышали, у нас новый шеф, он носит очки. А что ж старый? Ну, это ерунда, он теперь как мы. Новый шеф богач? Идем. А я думал, только Августин носит очки. Нужно что-то сделать. Больше не могу. Я... Эта жара меня вымотала. Давай передохнем. Я волнуюсь. Это нечестно. Им всегда веселее. И они могут ходить, где захотят. Одни. Не завидуйте, милые. В их возрасте вы тоже сможете так делать. Они все спят, Тонкий. Уверен? Да, я там был. Так и знал. Может, подождем до рассвета? В темноте их не найти. Ну, хочешь, оставайся здесь, а я пойду искать очки. Знаешь, чтобы не бояться темноты, нужно просто петь. Собаки. Что такое? Ты в порядке, Симба? Я не помню слова. Симба? Чего ты здесь делаешь так поздно? Мы ищем очки Августина. Мартышки их украли. Августин в порядке? Да, только он ничего не видит. И, по-моему, вы тоже. Пойду позову друзей на помощь. Вот так гораздо лучше, да? Ха-ха-ха!
Мы уже близко. Мы полетим обратно, чтобы наше сияние вас не выдало. Спокойной ночи, друзья. Пока, спасибо за все. Идем. Вон они. Смотрите, он держит рукой Толстого. Что мы будем делать? Для начала подберемся поближе. Если эта обезьяна проснется, у Толстого будут неприятности. Нужно что-нибудь найти, чтобы подложить вместо него. Может, мяч Тоя? Не отдам этому вору свой мяч. Найдите что-нибудь другое. Нужно Той вытащить Толстого. А разве друзья не важнее? Ладно, но только потом я хочу вернуть свой мяч. Мы его вернем, Той, правда? Да? Уверены? Да, ладно. Приподними его руку. Ну что это? Кто? Подъем! Схватить их! Не упустить! Они забрали мои очки! За ними! Скорее! Как они посмели! Поймать их! Стойте! Нам лучше разделиться! Он прав, тогда не запутаются! Что это такое? Ты чего притих? Мы забыли очки! Чего мы ждем? Если мы так и будем стоять, они нас найдут! Забудь об очках! Где ты их оставил? Там, у трона! Я их выронил, чтобы помочь Толстому! Понимаешь, Симба? Ясно. Идите без меня, я догоню! Нет, Симба, нет! Это для Августина! Они нас окружают! Найти их! Никто меня не одурачит! Найти! Очки! Hey, what are you waiting for? На чего вы ждете? За очками вперед! Подчиняться! Да нет уж! Ты уж больше не шеф! Без очков ты ничего не знаешь! На, получи! Вот тебе! Вот, получи. Эти мартышки такие глупые. Они ведь могли поймать Симбу. Если Шерхан узнает, кому-то не поздоровится. О, нет! Мы
окружены. Вот они. Да. Посмотрите, что это с ними? Странно. Симба! 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 Как мы рады тебя видеть! Ага! Вот той твой мяч. Спасибо! Ты достал очки? Да! У тебя получилось! Поздравляю, Симба! Без вас бы я не справился! Мне пришлось использовать ваш дар! Этот? Я спасен. Ну, пойдемте домой. Августин без очков, как без крыльев. А где мои очки? Ох, совсем не помню, куда я их положил. Хорошо, у меня есть запасные. О, хороший денек будет. Да, прекрасный. Симба? В моих очках. Я их нашел. Дети вечно что-нибудь придумают, чтобы разыграть старого профессора. Но никто меня не обманет. Ну, давай же. Надо с ним поговорить. Иногда внешность обманчива. И наши друзья научатся, что важно поступать правильно, даже если вас за это не благодарят. Ну, а мартышки... Может быть, они поняли, что чтобы быть хорошим лидером, мало носить очки. Фильм озвучен на студию Soul Pro по заказу кинокомпании «Русский фильм» в 2008 году. Роли озвучивали Елена Дробышева,
и Алексей Шатхин.